Здарова, народ! Сегодня хочу рассказать про, не знаю, игру или программу, да, игра, скорее всего, которая называется «Угадай кино», и тут нужно угадать кино. А выглядит это так. Вам представляют 4 превьюшки из фильма. Нет, одну превьюшку из фильма и 4 названия. Нужно угадать, что это за название. Значит, в игре есть 3 режима, где дается 3 минуты, но нельзя ошибаться. Дается 3 минуты, но можно ошибаться. И дается, как бы, ну так, время до 3 ошибок. Сейчас покажу, как это, значит, выглядит. Загрузка кадров. Вот что это за игра. Это у нас вверх. О, правильно. Вот, это так. Вот это. Вот это без понятия. Мимо. Да, мимо. Механик. Да, это. Ух. Не, ну тут не только мультик. Но похоже. Ух ты, блин. Честно, не знаю. Ну, угадал. Тоже не знаю. Вот. Ну, я думаю, в общем, вы поняли. Не знаю, это? Да, совсем. Все, в общем, вот такой вот результат. То есть 3 ошибки. Результаты можно поделиться ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, либо отправить по имейлу. Информация, тут можно поставить оценку. Вот. А вам спасибо, что посмотрели вот этот не очень удачный обзор. Всего вам наилучшего. Покедова!